Всем приветик, у нас снова Forgotten Hill Talus. Судя по открытым дверям и времени по прохождению, что-то финал или около того. Опа. Ну, короче, как-то так. Я не помню, что мы здесь остановились, конечно. Нет, нельзя повесить. Я вообще-то думал вот сюда. А как надо было? Я думал так. Не так. Вроде уже почти все открыто уже. Куда мы можем поджарить? Пойти вспомнить, на чем мы остановились. Два крючка. Что за крючки? Ладно. Ага, это выход. Вспоминаем, чё куда. То, может, поджарить надо. Еще одна дверь осталась. Не берет. Все, закончились. Не вешается мандрагора. Что я пропускаю? Не зажаривается. И тут не вешается, не знаю. И хмырю не отдается. Так вот, она приманивается мандрагорой. Вот почему тут рука. Теперь главное правильно комнату выбрать. Не та. Я вышел. Угу. Поймали. Отличная работа, Арчибальд. Ты самый лучший прислужник. Я буду скучать по тебе и твоей помощи, когда ты отправишься в семью Остер...
Гард в следующем месяце. Мне наконец-то удалось поймать существо по имени Пико, но я должен признаться, что проделал действительно хорошую работу. Уверен, что местная экосистема и фауна теперь в безопасности. Ага, яйца остались. Как во всех ужастиках. Никаких последствий. Никаких последствий. Как во всех ужастиках. А, ну и все, и конец. Все, спасибо, что были со мной. Всем приятного просмотра. Спасибочки. Короче, ставьте лайки. Подписывайтесь. Уже несложно, мне приятно. А также не забывайте переходить на мой второй канал Spike Vita. Боги-воги пародии. Ну, вообще оказалось чуть-чуть. Мы настолько даже не рассчитывали. Ну, ладненько. Вот так вот. Всем добров, бобров. Увидимся в следующий раз. По скриптум. А у нас же одна дверь осталась неоткрытая. Кто знает. Чё там, как там? Я не нашел ключа, да и игра прошлась. Так что, если кто-то что-то знает, пишите в комментариях. Нам будет интересно послушать, подумать. Все, теперь давайте.